подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу павильон шириной 2, длиной 4 метра. Пока приехали, выгрузились и приступаем к монтажу. С теплицы мы собрали одну сторону, нанизали полик. Сейчас сделаем вторую стенку. Обошьем, поставим переливы, начнем крыть крышу. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 2 на 4. Идем смотреть. Цельная дверь, крючок, все как положено. Форточка в торце с другой стороны. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 40 на 40. Стойки, арки 20 на 40. Имеется он покрашен полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители для большей жесткости. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Также имеется коньковая промуга, одна штука на термоприводах. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая компактная, но в то же время очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.